На областном конкурсе трудовых династий семья Фроловых стала первой в номинации «Старейшая династия». Общий трудовой стаж дворцовых Фроловых от деда до внуков 168 лет. Это просто будет своеобразное доказательство. Доказательство тем, кто стоит за спинами, кто поддерживает под плечо, под руку, тот, кто это начинал, что связь продолжается, что мы вот оказались настолько достойными, что мы достойны смотреть своим предкам в глаза, высоко подняв голову. Это самое главное, наверное. В этой семье все так или иначе связаны со сценой. Актеры, реквизиторы, музыканты, танцоры. Всех творческих профессий этой семьи и не перечислишь. Самые юные представители семьи Фроловых тоже уже успели прикипеть душой к театру. Ведь их мама Наталья Фролова – актриса драмы, а папа – художник по свету. Сын Саша, к примеру, уже присмотрел себе профессию. Помощник художника по свету, потому что отца очень трудно будет сбить с этого кресла, да и неохота. В этой семье очень бережно относятся к памяти предкам. Реликвией считаются и фотографии родственников, и особенно дневник дедушки, в котором тот записывал все факты из жизни семьи. Кто знает, может быть, кто-то из юного поколения Фроловых продолжит записи этой трудовой династии. Татьяна Елисеева, Константин Белов, новости Димитровграда.